Русская народная сказка «Солдат и его дочь». Жил в одном городе парень. Он любил девушку и вскоре женился на ней. У них родился ребенок, а его самого как раз взяли на службу. Когда в армию его взяли, она ему пишет: «Нам питаться не на что». Он ей отвечает: «Ты продай мой костюм, но ребенка поддержи. Скоро я приеду в отпуск». А у них в полку были объявлены учения. Полк снялся и пошел в те места, где жили у солдата жена и дочь. Пришел в полк и стал лагерем недалеко от их города. Но каких-то там километров, может, 2 или 3, а его не отпускают. Он все-таки решил сходить к своим самовольно. Прошел всех часовых, его не задержали. Только вышел, услышал стон. «Ой, не дайте душе погибнуть». Он прислушался, подошел к этому месту, видит, лежит человек, а в груди у него торчит нож. Солдат подбежал, хотел помочь человеку, но тот ему сказал: «Теперь ты меня не спасешь. А вот здесь у меня зашитый мешочек с золотом, ты его возьми себе». Солдат золото взял, и человек тут же помер. Солдат домой поспешил. Когда домой пришел, то за ним по пятам еще один человек был. Это и был убивец. Он в кустах сидел и видел, как солдат золото получил. Солдат постучался, жена ему открыла, она сильно обрадовалась. Девочка тоже тут бегает, уже подросла. А тот убивец залез на дерево против их дома и смотрит в окно. Солдат говорит жене: «Теперь я тебе принес золото. Вам хватит, покуда я служу». Берет он этот мешочек золота и кладет под кровать. Мать положила девочку в люльку, укачала, и она уснула. А убивец все это смотрит. Солдату надо торопиться. Вот он засобирался, жена его проводила. Когда жена его проводила, этот убивец заскочил в дом. Жена вернулась, он ее тут же и убил, а девочка спала в кроватке. Солдат в лагерь пройти незамеченным не смог, его поймали, посадили на гауптвахту, а девочка проснулась и вылезла из зыбки. Возле матери тут роется в крови народ, соседи удивляются, что это никто из дома не выходит. Стали заглядывать, когда заглянули, видят, женщина лежит на полу, забежали. «Кто тут был?» – девочку спрашивают. «Был только папа». «А еще кто был?» «Больше никого не было. Я не слыхала». Люди сразу все доложили, а солдат как раз задержали. Ему стали суд делать, и вот суд осудил его на 15 лет каторги. А этот, который убил и золото взял, построил себе лавку и большой дом. Сделался большим богачом, купцом. Солдата посадили, присидел уже много, и вот его как-то гнали их по этапу через этот город. К тому времени дочь его уже выросла, стала девушкой, а убивец стал богатым, но покоя не знал. Его совесть под конец совсем стала мучить, он просто даже спать не мог. И под этот самый момент солдат с колонной других заключенных пришел в свой город. Его с конвоиром отпустили посмотреть дом. Дочь была как раз там, и они встретились. Она, конечно, его не узнает. Когда солдат снимает с себя медальон, там фотография этой дочери, когда она еще маленькая была. Солдат этот медальон показал и говорит: «Вот я, дочка, есть твой отец». Тут же был этот убивец. Он не стерпел и при всех сказал: «Этот человек действительно сидел ни за что. Убил того купца я и ее мать из-за золота». Тут же быстро позвали суд, этого убивца взяли, а солдаты кандалы сняли. А того на того заковали. И стал он жить в своем доме счастливо. А ее-то дочь вырастил один купец.